жизнь мы должны думать не только о формуле прошлого, но и о формуле будущего, потому что это необычайно важно. Я думаю, что Казахстан – одна из тех стран, которые невероятно динамично развиваются, у которой много достижений и свершений за последние 20 лет. И сам город, в котором мы находимся, столица Казахстана – это символ города, который устремлен в будущее. И вот этот вектор, направленный в будущее, об этом стоит говорить вектор времени, который стоит осмыслить и понять, что же происходит. Организаторами форума являются Министерство культуры и информации Республики Казахстан и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ. Мне доверили вести форум, сегодняшнее пленарное заседание, как сопредседателю форума. Я думаю, что не надо говорить об уникальности этого здания, мы все ощутили его, когда впервые попали сюда. Многие здесь впервые, я здесь не первый раз, надо сказать, что оно не утратило качество новизны. В этой связи глубоко символичны слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что Астана – это сердце Евразии, место, где переплелись культуры и обычаи, где гармонии и согласии живут представители различных цивилизаций. Да и глядя в этот зал, понятно, что здесь собрались люди, которые представляют разные этносы, разные конфессии, разные культуры, и тем не менее, я повторю, это место, которое во многом, это само здание, предопределяет то, что мы должны найти общие точки схода, базовые принципы согласия, которые необходимы для наших народов. Цель нашего форума – духовная ценностная консолидация культурной, творческой, гуманитарной общественности СНГ, придание импульса развитию евразийского единства.